Так, все, я вернулся. Что-то печаль какая-то просто. Неужели вот сидеть придется и ждать вот просто? Ну, это такая скука мне, вот, блин, честно говоря, вот не хочется сидеть и ждать просто, мотать. Успевать нападать до того, как они союзы там поназаключают. Вот такая банка, блин, с пауками. Они там все союзы поназаключают. По 2-3 союза. Одно проигранное сражение, все практически. Бегать, маневрировать, а 8-тысячная армия там 12-тысячная, 10-тысячная, это уже из разряда, блин. Давай последний раз, Фибова, попробуем еще раз. Последний раз, точнее, попробуем и все. Если опять сейчас будет фейл, то возьмем другую. Тут даже, кстати, видели, да, в этом трае был даже союз с Конго. Что очень редко бывает, так как они постоянно претендуют на эту прову. О, опять та же самая история. Гоу союз Конго. В заданиях нету, чтобы сразу проатаковать, вот, блин. А вот, есть. О, да. Уже альянс сразу есть к 11. К 11 декабря сразу уже альянс есть с Казембе. Надо попытаться успеть проатаковать, пока союз двух только штатов, племен точнее, не штатов, племен. Так, а у товарища Казембе с кем? Ага, у них уже с Колумбией союз, точнее с Чокве еще.
Так, отлично. Так. Семь тысяч там у них пацанов. Так, здесь есть. Берем проход. Зулджин, привет! Да так все дела, честно говоря, пока. Удачно там получилось. Все. Не идет, да. Ну, я просто спешу, и мне просто лень ждать, когда у меня появится фейвор, 10 фейвора, чтобы я мог атаковать с кем-то. А если тут они назаключают больше, чем два союза, то все, там уже трудно очень одному что-то сделать. Ого! Ого! И поэтому приходится вот спешить делать сверхлимит. Да, спасибо. Так. Кстати, сейчас не завассалить, блин. Луба и Киконджа. У них аж 14 тысяч. Как они так вдвоем-то проатаковали? Странно. Блин, а? Ну ничего делать. Придется оставлять им этим парням. А, за меня же вступится. Это будет, получается, оборонительная война же, да? А, точно, точно, Фибо прав. Супер. Тогда надо, может, еще. А, не получится. 14 тысяч тут пацанов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.
Кстати, я забыл одну вещь сделать. Вот так вот. Так. Что-то они сразу какие-то не очень веселые. И чё, где Варта? А вара-то и нет. Они не стали, что ли? Что-то не понял, в чем прикол? Кто-то понял весь прикол или нет? Где вар-то? Они то, что может быть мои союзники из-за этого? Войны-то нет? Что-то я вообще ничего не понимаю. Так, ну они вот со мной сразу альянс провали. Луба это. Не любовь, все дела. Все понятно. Полезный там, полезное там решение, которое я присмотрел. Да я уже понял, да, Фиба. Ну, в прошлый раз-то вообще получилось супер классно, как бы. Я просто на повстанцах разорился, по большому счету. То есть, в прошлый раз повстанцы мне сильно жизнь испортили, очень сильно. Ладно, пока тогда расписываю этим ребятам всем клаймов. Кому можно.